Дорогуша, ты прелесть, просто прелесть. И как я только до тебя не сгинула на этом морозе. Но у меня найдется, чем тебя отблагодарить. Как будет время, загляни ко мне в гости, хорошо? Мои дети меня уже не навещают, так может, хоть ты уделишь мне минутку? Дорогуша, это же чудесно! Наверное, вас очень хорошо обучали в этом вашем спецотряде. Вот бы мои детки были такими же активными. Но мой Бенни сам и шнурков-то завязать не сможет. Может, ты с ним потолкуешь, как все это закончится? Ладно. Операционную базу напали уголовники. Сколько их, мы не знаем, хотя, судя по всему, лидеров у них нет. Но у ОТГ слишком мало людей. Их командир пытается выбраться из-под огня, у них больные, раненые. Твоя главная задача — отбить базу. Дальше по обстоятельствам. Диспетчер, говорит агент Фейлау, я уполномочена приказом президента и Министерством национальной безопасности, директива 51. Операция «Ответ», второй этап. Кто бы вы ни были, нас атакуют со всех сторон, не знаю, чем вы можете помочь. А сейчас нам пригодится любая помощь. Откуда вам известна моя частота? Мы вас прикроем. Только не стреляйте в тех, кто пытается вам помочь. Конец связи. Внимание! Подключаюсь к местным каналам ОТГ. Отряд 43. Хорошие новости. Сообщаю, что к вам идет подкрепление. Агенты спецотряда. Наконец-то! Вас только за смертью посылать! Ходите сюда! Бостер, прикрываешь на лестнице! Мартина, создает флага! Давайте, давайте! Проклятое быдло! Не дайте нас окружить! Ситуация снаружи под контролем. Запишите в отчет. Пришел спецотряд и всех спас. Спасибо за отчет, отряд Браво. Будьте начеку, сохраняйте боеготовность. Рад, что вы живы. Теперь нужно обустроить базу. Зайди туда, осмотрись. Я, наконец, обзавелась транспортом, так что скоро буду. Давай. Вы в безопасной зоне. Система вентиляции и очистки воздуха включена. Уровень заражения снижен. Агент, нам нужно наладить работу базы и доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем им город. У нашей базы есть потенциал, но в данный момент она черт знает на что похожа. Чтобы привести ее в порядок, нам понадобится толковый персонал. В частности, врачи. В полевом госпитале в Madison Square Garden есть вирусолог. Но тот район кишит бандитами. С ней мы сможем организовать работу медблока. Без нее. Командир ОТГ Бенитос сейчас в поле, и с ним нет связи. Верни его. Пусть займется силовым блоком базы. К тому же, я надеюсь, это повысит боевой дух ребят. Еще нам нужно электричество. Будет энергия, будет и нормальная разведка. У них был свой техник, но, видимо, с ним что-то случилось. Не найдем его, останемся без света. Исаак умеет сканировать все блоки базы и отслеживать изменения, так что ты всегда будешь в курсе дела. И чем лучше мы организуем работу базы, тем больше сможем сделать для города. Новый график с 12:00 до 14:00. У меня...
меня есть вещица, буквально создана для вас. Наш патруль видел, как чистильщики присматривались к тому большому магазину. Удачи. Передавайте привет моим маленьким друзьям. Возврату не подлежит. Как же я устал. Силовой корпус пребывает в запустении. Еще здесь не хватает капитана Бенитеса. Его ВТГ обожают. Бенитес наверняка поможет нам с разведданными и огневой поддержкой, так что мы сможем очистить улицы от этой мрази. Технический блок переживает не лучшие дни, но если удастся доставить сюда Ротса, дела пойдут на лад. Этот парень много чего умеет. Он из частной военной компании, и он умнее, чем может показаться на первый взгляд. В медицинском блоке сейчас полный раздрай. Тут нужен вирусолог, тогда мы сможем заняться изучением вируса и получать больше припасов. Не только для гражданских, но и для себя тоже. Эй! Плохие новости. Я не смогу пойти с тобой. Ты же видишь, что у меня с ногой. Буду помогать тебе отсюда. Что поделать? Знаешь, как сильно я мечтала об оперативной работе. Я готовилась к этому всю свою жизнь, но я не так себе все представляла. У нас ведь не должно быть привязанностей, да? Чтобы они не мешали взять и все бросить. Я так и сделала. Не помогло. Я к ним привязана. Это мои люди, это мой город. И мы его отобьем. Давайте-ка... Да, ладно, ладно. Вся надежда на нас. Нельзя их подвести. Внимание! Выход из безопасной зоны. В здании Гарден полно бандитов. У них в заложниках доктор Кэндалл и ее персонал. Доставь этих врачей к нам на базу, чтобы было кому работать в медблоке. Мы останемся здесь и прикроем тебя, а врачей потом проводим на базу. Подключи меня к системе безопасности, и думаю, я смогу найти Кэндл.
Подключаюсь. Посмотрим, что тут есть. Смотри, тут записи камер. Бандиты заставили Кэндалл и других врачей оказывать помощь своим раненым. Только поэтому их еще не убили. Похоже, их люди наверху, в ресторане. Бандитов тут много, но если с умом использовать укрытие, ты сможешь перебить их, не подставляясь под пули. Кэндалл и ее люди все еще наверху, на кухне ресторана Кобис. Ну и погром тут устроили эти бандиты. Мой папа безумно огорчился бы, если бы увидел. Мы с ним часто ходили сюда на матчи. Наверное, даже хорошо, что мои родители этого не видят. Но есть и те, кто борется, кто до сих пор не сдался. Мы стараемся ради них, агент. Так что вперед. Чтобы добраться до Кобис, придется пройти через несколько зараженных зон. Там было много больных, пока их не перестреляли. Так что осторожней. Вы в безопасной зоне. Внимание! Вы находитесь из безопасной зоны. Это будет весело! Тебе не повезло! Чуваки, осторожно! Пригнитесь и не шумите. Внимание! Обнаружен противник. Пойдем.
По ним ведут огонь с крыши, шагу ступить не дают. Тебе нужно подняться наверх и убрать этого пулеметчика. Нас прижали! Мы не выберемся отсюда, пока кто-нибудь не уберет пулеметчиков, которые засели на крыше! Действуй, агент. Силы противника. Врачи спасены! И Гэндальф, и весь ее персонал! Обошлось без потерь! Хорошее начало, агент. Жаль, меня там не было, я бы прикрыла. Тем не менее, из нас вышла отличная команда. Когда вернешься на базу, поговорим с Гэндальф. Она многое может для нас сделать.
Какие гости. Этот Гарден был просто адом. Я, конечно, и раньше работала в сложных условиях, но... Да уж. Тут, конечно, не храм науки. Приборов нет, персонала нет, за дверью толпа пациентов. Так не пойдет. Мы делаем, что можем, доктор Кендалл. Если вдруг у вас есть предложение, поделитесь. Да знаю, знаю. Дареному коню и все такое. Но я же должна понять, откуда этот вирус взялся и как его убить. У нас есть зацепка. В ЦРС считают, что тут замешан некто доктор Гордон Амхерст. Боже, этот урод. Я как-то видела его выступление, там такое началось, но... Но если он причастен, надо его найти. И если еще что найдете, дневники, ноутбуки, близких друзей, тоже сообщите. Плюс мне нужны живые образцы и антитела. Работы вам хватит. А вы? А я буду спасать жизни. Теперь извините, мне пора. Идеально. Даже не знаю, как тебя благодарить. Хотя, у меня есть бутылка вина. Наконец-то. Наконец-то у нас есть клиника и достаточно персонала, чтобы вести прием населения. Но впереди еще много работы. Вы за обновками? Если у меня чего-то нет, то вам это и не надо. С вами всегда приятно иметь дело.